Княжество Литовское, а потом перебраться и в Галицию. Окончил жизнь он вообще подо Львовом, похоронен, то есть уже в пределах нынешней Украины. Вот. А был в пределах нынешней Беларуси и Польши. Я думал, здесь будет у нас священник, сегодня гость. Кстати, сегодня мы гости принимаем из Беларуси одного интересного священника, Александра Кухта фамилия. Он сейчас встречается, правда, с аудиторией постарше, чем вы, со студенческой аудиторией, можно сказать, у него такая целевая аудитория. Сейчас он в гуманитарном институте был, потом в экономике, педагогике и права. Вот. Ну, интересный такой молодой священник, он как раз-таки пытается разговаривать с людьми на их языке, на языке современного интернета, да, интернет сообществ, языком блогера. Это тоже вот такой вот путь проповеди. Я почему думал, что он здесь будет? Он, может быть, рассказал бы Ивану Федорову побольше, потому что после бегства из Москвы Иван Федоров где-то был на его родине. Остальные книжки из «Деяния» и «Послания святых апостолов», который считается упоминаться имени Божия, или там будет везде слово «молитесь», там, или будет такой вот. Даже целый класс художественной литературы у нас современной беллетристики такой вот. Некоторые священники пишут книги такие, типа записки. Вот. Но я вот в прошлом году говорил, что я много литературы, может быть, которую бы хотел бы прочитать и не прочитал. Ну, мы, конечно, мальчишки там больше, может, приключениями всякими такими авантюрными увлекались. Ну, кто не увлекался? Все же хотели Дюма прочитать, хотели Жюль Верна прочитать. Я помню, что целая очередь была за этими томами книг. Но мне попалась книжка «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери. Вот. Это классическая книжка еще 50-х годов. Она, этот роман принес мировую известность этому писателю-фантасту. Вот. А я ее взял, купил, прочитать. Думаю, ладно, восполню. Надо было прочитать лет 40 назад. Ну, 30, по крайней мере. Прочитал. Вот. И, кстати, оказалась очень, кажется, даже христианская православная книжка. Там как раз, если прочитаете, будет интересно. А оказывается, фильмы давно сняты, в Америке еще в 60-е годы был снят. Но я как раз хорошо, что книжку первую прочитал, не фильм посмотрел, о чем говорили, чтобы не быть рабами вот этого образа, который вам через фильм навязали, лучше бы сначала книжку прочитать, а потом уже экранизацию посмотреть, а не наоборот. А допустим, вы посмотрите фильм «Тихий дон», да? Вот. И потом, когда будете читать, все время будете представлять героев именно в виде вот этих артистов, которых вы уже увидели. Так все остальное. Вот. Допустим, вот у нас «Сена звонения весны» все знают сериал, что Тихонов – это Штирлиц. Как бы вы ни читали потом «Сена звонения», всегда у вас будет Тихонов перед глазами, да? Вот. Это как бы уже сросся. Вот. А я прочитал этого Брэдбери. И что интересно, там как раз-таки он такую ситуацию вывел из будущего. Когда пожарные, знаете, чем занимаются? Уничтожение книг. Бумажных. А вот, то есть, если вдруг информация доходит, что у кого-то в доме есть бумажная книга, туда выезжает наряд, и они специальным огнеметом все выжигают. Протекторное общество в будущем. Правитель этого общества, Брэдбери не знал про интернет, про другие носители, электронные, там, магнитные и всякие прочие, где может информация храняться. И вот редкие люди на свой страх и риск осмелились хранить слова. Вот. А потом он познакомился с обществом людей, которые эти книги выучили наизусть. Вот. Он там, допустим, какой-то там из экранского. Вот когда-то я услышал изречение от нашего патриарха Кирилла, считаю тоже, забыл, когда есть программа, там 7 класса, что ли, да? Перечитал. Вот. Какого? 7? Ну, я просто не знаю, сейчас же перешли на 11-летнюю систему, поэтому я сейчас путаюсь, 7-го, 8-го, где-то так, да. Ну, мы по 10-летке учились, у нас это, наверное, было 7-го, да, у нас, конечно, может, 8-го. А вот. Но вот, а что там христианского? Потому что там говорится о христианском отношении к жизни, о добродетелях и о пороках, да. И как люди, если они христиане, как они должны выходить из этой сложной ситуации. Там показаны даже герои, в общем-то, отрицательные, как Емельян Пугачев, ну, вроде там и злодей, и, так сказать, командующий бунтом, да, возглавитель бунта, командующий повстанцем, не щадящий людей, как вот казнили капитана Миронова, да, там, и, но тем не менее, который умеет помнить добро, иногда делать великодушные поступки, да, как он вот этого Петра Гринева пощадил, за что? За то, что он ему сделал добро, да, подарил этот заячий тулуп, когда-то согрел этого странника, оказалось, что это не просто какой-то странник, а потом выдущий атаман, который вообще себя царем Петром объявил третьим, который там спасся в свое время.
Вот. О том, как люди одинаково, так сказать, положение, образование, достоинство, дворяне были, офицеры, Гринёв и Швабрин, как они по-разному себя повели в экстремальной ситуации, да? Один оказался клеветником и предателем, завистником, потом в итоге предал и присягу, когда он перешел на службу к самозванцу. Вот, и стал как-то подводить тоже под смерть, под казнь вот этого Гринёва. То есть интересное. Он даже и Екатерину II вывел такой, Пушкин, то есть вывел такой идеальной царицей, государыней, которая вот так вот скрытно приняла тогда эту Машу, Марию, да, как великосветская дама. Критично к ней относился, вот, ну, как представитель вот этого такого вот, довольно так, как тяжело и жестко. Но в повести он вывел ее такой мудрой, я только могу подтвердить слова, наверное, книги. То есть не обязательно, чтобы книжка называлась «Православный христианство», я к чему веду? Там обязательно должно быть слово «христианство» через строчку и слово «Бог». Если мы говорим в церкви, что Христос – истинный Бог наш, то, соответственно, и христианский отберет. Даже наш нынешний президент Путин, который, ну, вчера тоже был, но гораздо меньше, чем вы. Вот, я к чему говорю? Они все были в партии, и вот Путин, даже для разговора с коммунистами, он говорит, а что, вот моральный кодекс строителя коммунизма, там же, говорит, в Библии, да, вот эти вот данные взяты были заповеди. Просто не было, как бы, ну, по умолчанию был тоже вообще автор этих заповедей. Кто автор нравственного закона, который в душах людей имеется? Я в свое время даже какое-то небольшое исследование провел. Ну, интернет, конечно, помогает, всезнающий, что на самом деле не обязательно было быть коммунистом и атеистом, даже в истории нашей страны. На Западе это точно. Можно быть коммунистом, членом, допустим, партии итальянской, французской, коммунистической, при этом ходить в церковь, никто тебя не осудит. А у нас в последние десятилетия советской власти считалось, что коммунизм и атеизм – это, как говорится, близнецы-братья. На самом деле не так. Даже если взять устав партии 52 года, редакцию, это был 19-й съезд партии, последний при жизни Сталина. Там вот ничего не говорится о том, что, ну это в интернете как можно посмотреть, что коммунист должен быть борцом с религией. Там просто исполняет устав, работает над своим, так сказать, повышением там, политического и так далее, вот этого уровня, но ничего не говорится о том, что он должен бороться с религией. Вот. А в уставе 61-го года, 22-го съезда, когда уже Никита Сергеевич Хрущев возглавлял вот, знаменитый этот съезд, как раз когда он 30 октября взорвали Кузькину мать, бомбу на Новой Земле, как выражались, самую мощную 50 мегатон, в этот же день тело Сталина внесли, захоронили, и на этом же съезде как раз новая редакция устава была принята. Вот там этот четвертый изменили этот пункт, где говорилось, что член партии должен быть сознательным борцом с религиозными предрассудками, пережитками. Это ввели вот, в 61-м году. Вот. Ну, а об этом люди мало кто знал. Вот. Поэтому нет противоречия даже вот между какими-то экономическими идеями, которые социализм и коммунизм проповедуют. И тем не менее, вера в абсолютный разум, в Творца неба и земли, да? Вот. У нас это искусственно разделили. Может, поэтому и вот такие вот благие ну, начинания советской власти, которые, безусловно, были, вот они не устояли, потому что не смогли или не дали возможность вот, перестроиться, вернуться вот к истокам, к вере и сохранить хорошее. Поэтому вот у нас пошло все не через путь вот, реформ, а вот таких вот резких революционных изменений, которые, как говорится, очень были болезненны. 90-е годы, но вы родились уже после них, вот, когда президент Путин встречается с вашим возрастом, вот как бы вы родились уже при нем, да? Он 18 лет у власти. Вот. И вы родились в самое такое благоприятное время, да, вот эти первые, так называемые, нулевые годы, когда был рост вот, всего. Вы это все не застали, вот этот кризис. Конечно, надо быть благодарным Богу и судьбе, да. И тем не менее, вот знать, как к этому люди пришли, вот, чтобы не повторять ошибок. Была перед другим людям, другие люди забыли ее в другом, третьем месте. Я ее искал, очень долго искал. Наконец я ее нашел. Я даже забыл, что я переплетал. Вот. А наконец я эту книгу привез, нашел. А я смотрю, вот этот демонтин, которым я переплетал. Вот. А я когда-то, ну, тоже мне было все интересно, как мальчишка. Я помню, в каком-то журнале «Юнитер», техник или моделист-конструктор, я увидел, как там переплетают вот, правила книг. Да, что-то, и потом я как-то кустарно сам переплетал. Пресс делал такой, тиски, вот, клей ПВА.
ножовкой пропиливал, скручивал вот эти вот нитки туда вставлял. Ну, короче, целая технология была. Потом марля. Вот я не знаю, как это все по науке называется, переплетом дерева. Ну, как это называется? Короче говоря, я несколько книжек переплел за свою жизнь. Вот. И помню вот этот дерматин, который двери раньше обивали. Вот. И я вот его вдыхаю запах, и действительно ощущения другие. Или бы я в интернете читал это, или, как говорится, я ее купил вчера в магазине, или это вот, труд своих рук и воспоминания, ну, когда он будет постарше, будет теперь, чем было 20 лет назад, или 25, то уже будут определенные ощущения. Поэтому вот это все, конечно, передается через такие вот ощущения личные. Поэтому вот ценность книги, наверное, печатная, и вот такой вот она неприходящая. Потому что вот это все интернет, электронные версии, они не заменят. Это все действительно, как говорят, виртуальное пространство. Вот она, говорят, в интернете есть эта книга. Где этот интернет? Где эти носители? Потом бжик, отключили электроэнергию, нет этой книги. Все это виртуально испарилось, да? Отключили ваши карточки, нет ваших денег, да? Сколько раз вот у нас сейчас, сейчас говорят даже, ну ладно, я не буду в политику лезть. Вот, наверное, вы сталкиваетесь, что приходите в Сбербанк, у вас наличные деньги не принимают, ну некоторые взрослые там. Вот. А я сколько стал, подходишь там на заправке, человек дает карточку, говорит, а мы, знаете, не видим вашей карточки, давайте денежки. Вот. Так вот и здесь. Все это виртуально, оно не прочное. А то, что в руках можно пощупать, оно прочное, как деньги, как и книги. Вот. Поэтому нам от этого никогда нельзя отказываться. Вот. Что могу сказать? Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Есть возможность сегодня ознакомиться с материалами президентской библиотеки, мы имеем возможность доступа. Вот только две библиотеки в нашем городе имеют такую возможность. И сегодня мы с вами, вас с этими материалами попробуем познакомить. Слово нашему главному библиотекарю Островерховой Марине Александровне. На Москве печать Ивана Федорова. Первой вышедшей книгой был «Апостол». Ему предшествовало несколько изданий анонимной московской типографии, о которой ничего достоверно неизвестно. Поэтому с «Апостолом» 1564 года традиционно связывают начало книгопечатания в московском государстве, рассказанном в самом первопечатном «Апостоле». Свершением Святого Духа по повелению благочестивого царя и великого князя многие церкви воздвигались в царствующем граде Москве и по окрестным местам и под всем городом святыми книгами и сосудами, и ризами, и прочими церковными вещами, по преданию и по правилам святых апостолов и богоносных отцов, и по постановлению Феодоры и прочих благочестивых царей, в свое время бывших. И полагать их во святых церквах, в Псалтыри, и Евангелие, и апостолы, чтобы впредь святые книги излагались правильно. И так возвещает мысль свою преосвященному Макарию митрополиту всея Руси. Святые благословения преосвященного Макария митрополита начали изыскивать мастерство печатных книг в год 61-8 тысячи, в 30-й год царствования его. Благоверный царь повелел устроить на средства своей царской казны, и сперва начали печатать эту святую книгу «Деяния апостольские и послания собора Живоначальной Троицы, Отца и Сына и Святого Духа». Аминь. После словий к ней первопечатник обращается к читателям с такими словами. Возлюбленный, честной христианский русский народ греческого загона. И если эти труды мои благоугодны будут вашей любви, примите. Такими ресурсами, которые, может быть, ну, недоступны многим. Мы сейчас обладаем века цифровых технологий, живем и, конечно, с одним кликом можем ответить на все вопросы наши, то есть найти в интернете все, что захочешь, и все, что угодно, да. Но, может быть, поэтому
ну, общество развивается, и мы хотим похвастаться тем, что имеем в нашей центральной библиотеке. Вот так выглядит сайт президентской библиотеки имени Ельцина. Фильм, который вы увидели из фондов этой библиотеки, он недоступен каждому желающему, который хочет открыть этот сайт, например, дома. В библиотеке есть доступ к электронному читальному залу, где вы можете увидеть настоящие шедевры и книжные, и видео, которые, ну, не всегда доступны. Чем интересно фонды президентской библиотеки? Здесь созданы замечательные коллекции. Смотрите, коллекция «Российский народ», коллекция «Территории России», замечательная коллекция о русском языке, коллекция «Государственная власть». В каждой коллекции огромное количество документов, электронных версий. Вот, например, когда я готовилась к мероприятию, я искала какие-то интересные книги, может быть, письменности, старославянские, различные летописи. И именно вот в этой коллекции я и смогла это обнаружить. Коллекция «Русский язык». Коллекция это была сейчас, на данное время, объем составляет документов 1176 единиц хранения. Здесь вы увидите и историю русского языка, и памятники письменности, то, что интересует нас, особенно сейчас. Разделы, в этом разделе собраны документы от 10 до 13-12 века. Здесь и летописи, здесь акты, церковная, светская литература, другие памятники. Ну, как вы думаете, в каком разделе я бы начала искать, если бы, ну, мне, например, задали написать реферат на тему Иван Федоров или история книгопечатного. Оп, смотрите, памятники письменности разделяются. Внимание, летописи, акты, церковная, светская литература, другие памятники. Как вы думаете, на какой бы раздел я нажала? Вот, вам бы, если бы пришлось. Летописи. Так, летописи, да? Еще. Акты, церковная, светская литература. Церковная, светская литература. Итак, здесь представлено. Если листать можно очень долго, но и если заинтересуешься, конечно, то можно поработать более внимательнее. А так, меня поразило, что здесь собрана литература 18 века, 19 века. Я не уверена, что мы с легкостью можем найти такие книги, да, на полках, даже в библиотек. Слово о полку Игореве, смотрите, Вяземский, да, 1877 год издания. Ну, например, ну давайте попробуем, посмотрим, что представляет. Открывается каждое издание, есть входные данные, то есть мы видим название автора, видим год издания, видим место хранения даже. То есть, вот, например, данная книга хранится в Российской государственной библиотеке и так далее. Книг огромное количество, памятников письменности. И место хранения мы тоже видим. Мы видим даже значок, такой библиографический термин, именно библиотечный, да, где может найти библиотекарь эту книгу, ББК. Так, и вот что она представляет. Смотрите, вот она перед нами. И вплоть до каждой страницы и титульный лист представлен. Это все, конечно же, отсканированные документы, но достаточно редкие. Потрогать мы, может быть, не сможем, но, во всяком случае, увидеть точно. Не всегда такая возможность нам представится. Вот так уже перестало. Ну, и пошло. Вот здесь вот видно с какими-то ошибками, да? Да, такое мероприятие, такой день очень познавательный для нас, интересный, потому что сейчас в
в такое время современных технологий очень важно знать, что и печатные есть издания, и что есть интернет-ресурсы. Вот сейчас рассказали очень интересно, что есть доступ к уникальным изданиям древним с 15-го и 17-го, 18-го веков. Очень интересно, можно что приходить и пользоваться. Это очень важная информация, и можно найти много ответов на свои вопросы личные или подготовиться к каким-то школьным мероприятиям, ну или чем-то поделиться с друзьями, какую-то информацию узнал, и можно об этом поделиться, конечно. Ну и очень интересная точка зрения была нашего владыки Иоанна, то есть как он рассказал, как он относится к литературе. Ну это лично для меня было интересно. Как вот он и о Пушкине употребил, там тоже какие-то рассказал, и что и капитанская дочка тоже, с одной стороны, является даже православной, что является даже православной литературой, хотя там и нет, Ирочка, я говорю, вот, хотя там и нет употребления, да, имени Божьего, но все равно, что это православная литература. Для меня это очень интересно было. Вот. Чем? Ну, да, книга, конечно, для человека неотъемлемая часть, наверное, жизни, потому что мы с любым печатным изданием встречаемся каждый день, и, будь то газеты, журналы, и, конечно же, книги. Да, это источник самопознания, какого-то роста, и, опять же, начиная даже с учебников школьных, это тоже книга. Без книги вообще нет, наверное, жизни. Семейный иконописцев. Имя, данное художнику при рождении, тоже неизвестно. Именоваться Андреем Рублев стал после того, как принял постриг в Троице-Сергиевом монастыре при иконе Рождественного живописца. За всю жизнь художник работал в Трезвине и в других храмах Москвы и Владимира. Но самая известная и выдающаяся его работа – это икона «Животворящая Троица». Три его образа открыли русскую традиционную манеру изображения святых. В 16 веке на Стоглавом соборе постановили, что отныне Рублевская Троица является образцом для всех иконописцев. Но не только церковь, но и вполне светские современные искусствоведы возводят это ясное удовлетворенное письмо в депутатство. Учредило орден преподобного Андрея Рублева, который имеет 3 степени. И медаль, и не могут быть награждены друг духовными лица. 17-й не просто очередной год, когда мы вспоминаем, как и всегда, в общем-то, чтим и помним свою историю, как часть неотъемлемой национальной культуры, как необходимо даже знать для того, что мы живем на своей русской земле, мы должны знать, откуда есть и откуда мы пошли. И что в начале любого дела, как сказано в Писании, было Слово. И Слово было Бог. И от всего от этого мы просто неотделимы. Так вот, часть очередной дела сказались мечты русского народа о самом лучшем, светлом образе человека, об идеальном человеке, это понимали. И некое отражение, то, что находило в действительности, он переносил с помощью великолепных красок и, естественно, с помощью молитвы мы пытались узнать секрет его красок, почему до сих пор сияет именно трое его рук. Иконостас и сам Успенский собор в городе Владимире. Все это в монастыре, где большую часть своей жизни отдал этому музею изображение, как выглядел этот человек. Но опять же, как полагают, что... Держит свой взгляд на эту икону, которая навечно стала символом любви и самопожертвования. Искусствовед Грабарь писал, икона Андрея Рублева Троица сверкает неземным светом, который излучают только создания гения. Первое упоминание о русском иконописце Андрее Рублеве встречается в летописи 1405 года. Смиренный монах посвятил жизнь созданию икон, фресок и книжных миниатюр на религиозные сюжеты. Он был одним из лучших мастеров иконописи в Москве начала 15 века, память о своем духовном наставнике Сергии Радонежском. Как гласит летопись, преподобный Сергий, почитаемый русскими людьми, благословил князя Дмитрия перед Куликовской битвой. Сергий Радонежский говорит князю о самопожертвовании и о духовном единении во имя победы над ворогом. Эту идею Андрей Рублев выразил в образах и красках, в русской иконописи красный цвет.
Среди золотистого мерцания фона выделяется фигура среднего ангела, облаченного в пурпурно-малиновый хитон и ярко-голубой гематий. Контраст цветов становится заметно приглушен. 100 лет спустя, около 1554 года, для Троицы был изготовлен великолепный золотой оклад. Его могли создать только золотокузнецы. В 1504 году русское духовенство пригласило в монастырь художника-реставратора, чтобы подновить икону Троицы, которая тогда считалась произведением неизвестного художника конца 18-го. Обнаружил краски, которые могли быть еще на 300 лет старше. После многолетней кропотливой работы перед изумленным реставратором предстало творение Андрея Рублева «Троица». Так в 20 веке заново открылась последняя работа великого старца. Икона Троицы, ныне хранящаяся в Государственной Третьяковской галерее в Москве, единственное русское иконописное произведение, которое признается всеми как шедевр мировой живописи. Интересно, да. Вот говорили, что если вот это Бог Отец, а вот, то вот Бог Сын согласие выражается наклоном головы. Вот тут еще интересный момент. Посмотрите вот это вот контуры. Эти контуры, видите, они как чаши. Вот. Тут тоже смысл. Вот. Чаши. Вот эти вот плавные линии, они образуют чашу. Это как раз христианский смысл. Причастие, то есть вот когда мы причащаем тело крови Христовой, и Сын как бы в чашу еще погружен. Тут такие вот есть тайные символы, которые в первый взгляд как бы, вот если присмотреться, особенно контрастно, тут четко вырисовывается вот так вот чаша. Ну, да, ее даже видно. Если посмотреть на картину именно, конечно. Да, так и вам видно, вот, если посмотрите. Вот эти вот, тут просто нет контрастности, а в любой репродукции вот это вот как бы обрисовано. Края чаши. Это как раз тоже очень важная символика, потому что церковь учит о том, что причастие – это как раз истинное тело, кровь Христова. Это вот та жертва, которая бескровная, которая заменила вот эту ветку заветную. То есть тут сюжет ветхозаветный, то есть о чем говорили, что вообще это сюжет о том, как три ангела пришли к Аврааму. Вот. Но в виде этих ангелов Авраам принял Бога Троицу под видом трех ангелов. И каждый ангел как бы знамен лицо, одно лицо Троицы. Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. И тут еще вот такая символика заключена, уже новозаветная, о том, что мы будем причащаться именно тело крови Христова, то есть Сына Божия. Вот этот момент я хотел добавить. Спасибо. К этому толкованию, которое было. Вопросы какие-то? Давайте, пожалуйста, сначала 20-го. Сейчас идет.